снова здравствуйте, и снова роллы. Сегодня роллы 3 сыра. Нам потребуется твердый сыр, сыр плавленый сливочный и сыр мягкий, типа Филадельфия. Начинаем. Специально подготовленный рис выкладываем. Влажными руками распределяем по водоросли. Равномерным тонким слоем. Примерно вот так. Сантиметра полтора-два оставляем у края, для того, чтобы потом удобнее было слепить роллы. Так, теперь сыр. Сначала твердый. Нарезаем его длинненькими полосочками. С твердым проще всего, конечно. Так, порезал, все готово. Ну, давайте вот этот сливочный нарезаем. Так, и теперь сыр мягкий Филадельфия. Распределяем его тоже ровным слоем. Это роллы для любителей сыра, таких как я. Теперь аккуратненько берем сюда и плотным слоем заворачиваем. Прям прижимаем, прижимаем. Здесь уже руки должны быть сухими, не влажными. И плотненько делаем еще оборот. Прижимаем, 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 чтобы все сыры друг с другом смешались, так сказать. Крутились. Так, теперь чистой водой смачиваем вот этот край. И так прокатываем. Он сразу прям прилипает. И где не прилип, можно прям чуточку так намочить. И поплотнее, поплотнее, поплотнее. Стараемся так залепить, залепить, залепить. Так, нож смачиваем. Нож мокрый, а рука сухая. Так, тарелку. И разрезаем на толстые большие порции. Смачиваем слой. Получилось у нас сколько? Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять кусочков на двоих. Две такие порции, будет шикарно. Приятного сырного аппетита! Сыр!